Уважаемый партнер Международной резервной системы, у тебя есть два варианта. Вариант один – быть инвестором, то есть человеком, который вложил средства и получает пассивный доход еженедельно на свою карту в размере 10-17% от вложенной суммы в долларах. Вариант два – ты можешь принять некое активное участие в создании для себя активного дохода. Что значит активного дохода? То есть есть простые понятные шаги, которые необходимо сделать для того, чтобы у тебя появился дополнительный источник заработка помимо пассивного дохода в Международной резервной системе. Что это за шаги? Первым шагом является создание списка. То есть ты прям берешь список своих контактов в телефоне, смотришь, какие люди, допустим, из этого списка потенциально, может быть, амбициозные, может быть, нуждаются в деньгах, может быть, имеют широкий круг знакомств, общения, может быть, кто-то лидеры сетевых структур, кто-то находится в другой стране, в другом городе, например, да? Возможно, это те, кого бы ты пригласил на вечеринку, те, кто пользуется каким-то огромным влиянием и так далее. То есть ты составляешь такой список, в котором должно быть не меньше, чем 35 человек. После этого вместе со своим спонсором, тем человеком, который пригласил тебя в Международную резервную систему, ты садишься вместе, анализируете этот список, кратко рассказываешь ему о том, что это за люди и почему им может быть интересно участие в Международной резервной системе, анализируете, дальше ты проставляешь отметочки, с кем, допустим, пообщаться по скайпу, с кем, кого, например, может быть пригласить на презентацию, которая проходит у нас по средам 19.00, если речь идет о Киеве, да, в Arena City 19.00 каждую среду, а также в субботу в 15.00. А с кем-то, может быть, вместе посидеть своим спонсором, посидеть на попить кофе, пообщаться, и спонсор более подробно все расскажет. То есть ты смотришь по типу людей, с кем как лучше будет поработать, с кем кому какой лучший подход, соответственно, сделать. Сразу предостерегаю тебя от того, чтобы ты самостоятельно рассказывал своим знакомым о Международной резервной системе, что как. Потому что комплексного представления о том, что за проект, как он работает, ты все равно не передашь. Да, конечно, есть определенный уровень доверия у тебя с твоими близкими, но при этом они не знают тебя как эксперта в области цифровых валют, в области инвестиционных проектов. Поэтому лучше заручись авторитетом и поддержкой своего спонсора. Поэтому встреча, и разделяй, пожалуйста, два момента. Назначение встречи по телефону, к примеру, да, и непосредственно общение о Международной резервной системе. Это два отдельных этапа. То есть ни в коем случае не надо там по телефону рассказывать, то, что вот есть проект очень интересный, можно там заработать в нем и так далее. Нет. Все, что необходимо сделать для назначения встречи, позвонить, спросить человека, как у него дела, дальше сказать ему о том, что спросить его, есть ли у него какие-то грандиозные планы там на завтра на 19.00, если человек говорит, что грандиозных планов у него нету, то сказать, слушай, давай посидим, попьем кофе, есть интересная тема, хотела бы с тобой обсудить, возможно, тебя заинтересует. Человек спросит, что за тема, говоришь, ну давай уже при встрече. Вот. И согласовав время встречи со своим спонсором, человеком, который тебя пригласил, соответственно, уже за чашечкой кофе, например, варенье в кафе, либо, например, где-то в кафе, либо в офисе нашем посидеть, и твой спонсор уже подробно расскажет относительно того, как работать в Международной резервной системе. Вот такой, либо пригласи этого человека, соответственно, на презентацию, и в процессе презентации он получит целостное комплексное представление. Вот простые шаги, что необходимо сделать для того, чтобы у тебя начала развиваться структура. Также консультируйся со своим спонсором относительно того, как грамотно выстраивать, кого куда подключать в свою структуру, потому что от этого будет зависеть твой уровень дохода. В первую очередь, кто тебе интересен? Это лидеры, которые уже работают, допустим, в инвестиционных проектах, в сетевых структурах разнообразных, потому что у них есть свои структуры и, соответственно, они знают, как строить бизнес. Поэтому, если в твоем круге общения есть такие люди, то в первую очередь необходимо связаться с ними, пригласить их и пообщаться, соответственно, с ними. Вот, поэтому, соблюдая такие простые шаги на первом этапе после того, как ты зарегистрировался в Международной резервной системе, у тебя, соответственно, будет успех, у тебя будет, соответственно, доход. Зарабатывать здесь можно, зарабатывать можно хорошие деньги. Единственное, что действует просто по простому алгоритму, по простой технологии. Составили список, прозвонила в список, поприглашал своих знакомых на встречи со спонсором, либо на презентации, которые у нас проходят. Вот, и таким образом, соответственно, кто-то сказал «да», кто-то сказал «нет», то есть каждый имеет право выбирать, заниматься ему этим бизнесом или не заниматься, но относись к этому серьезно. Да? То есть хороший вариант, если ты спланируешь так, чтобы в неделю проводить минимум 6 встреч.
Вот спланируй себе время. Я понимаю, что ты, может быть, занимаешься, там, работаешь на работе, у тебя мало времени и так далее, но если ты хочешь зарабатывать здесь деньги как в виде активного дохода, то необходимо приложить определенные усилия. И начать составление списка, анализа списка со спонсором своим, и после этого приглашение людей на встречи, либо на презентации. Ну, а дальше посмотришь, как у тебя будет расти структура. Может быть, у тебя есть люди, кстати, в каких-то других городах или странах, с которыми ты лично не можешь встретиться, но ты можешь назначить встречи, например, по скайпу. Та же самая схема, то есть ты договариваешься о времени встречи по скайпу, приглашаешь своего спонсора, при этом спозиционируй своего спонсора, скажи человеку, что вот это один из топ-лидеров системы, который, значит, разбирается более хорошо, чем я, вот, поэтому он тебе все подробно расскажет, ну, для того, чтобы было правильное представление у человека о том, с кем он общается. Ну и таким образом, за счет статистики, за счет того, что у тебя там минимум 6, допустим, встреч в неделю проходит, у тебя появится определенное количество людей, которые согласятся. Если говорить про то, как ты можешь рассчитать свой доход, очень просто. Смотри, если, к примеру, в твоей структуре зашло в день 3000 долларов, например, человек зарегистрировался на пакет 3000 долларов, то если у тебя, к примеру, твой стартовый пакет, инвестиционный пакет личный, да, например, 1000 или 3000 долларов, то в таком случае ты получишь приблизительно 88%, то есть это где-то с 1000 долларов 80 долларов. То есть для того, чтобы ты ежедневно зарабатывал, значит, например, 150 долларов, то тебе необходимо, чтобы в твою структуру заходила ежедневно какая сумма? Если 8% от 3000, это сколько денег получается? Это где-то 30 на 8, это 240 долларов. Да? То есть, соответственно, если у тебя пакет, например, на 1000 долларов, 350 там, или 100, то тебе необходимо, ну, вот, чтобы получить 150 долларов ежедневно, чтобы каждый день заходила у тебя инвестиция на сумму приблизительно 3000 долларов. У тебя будет 150 долларов, соответственно, ежедневно активного дохода. Эти деньги ты можешь выводить раз в месяц. С 25 до 25 числа включительно ты подаешь заявку в кабинете своем, и с 1 по 5 число эти деньги поступают тебе на кошелек биткоина. Ну и вывести ты их, эти деньги, можешь в течение 15 минут. Либо второй вариант вывода этих средств, это когда к тебе присоединяется человек, допустим, твой партнер, он вносит какую-то сумму, а у тебя уже есть бонусные средства. В таком случае ты можешь взять эти деньги, которые тебе принесли, и, значит, из этих бонусных средств, которые у тебя уже есть на кошельке, соответственно, проплатить пакет тому человеку, который присоединяется к системе, делает инвестиционный вклад. То есть вот два варианта, каким образом обналичить свои бонусы, либо каким образом, соответственно, получить активный доход. Поэтому приложи усилия, отнесись к этому бизнесу серьезно, здесь действительно можно зарабатывать хорошие деньги. Некоторые люди за 2 месяца вышли уже на сумму 25 тысяч долларов в месяц и 50 тысяч долларов в месяц, у тебя тоже есть такая возможность. Помни, что у нас есть промо-акция сейчас, это, значит, ну, более подробно промо-акции ты можешь узнать своего спонсора. И плюс у нас есть вознаграждение, это получение золотых часов до 5000 долларов, да, на уровне камерариуса автомобиля на следующем ранге и так далее. Поэтому используй возможности международной резервной системы для того, чтобы зарабатывать деньги, обеспечить своих близких вот, в это непростое для всех сейчас время. Вот, ну и приложив немножко усилий, ты сможешь это сделать. Я в тебя верю. До встречи и удачи тебе!